Всем привет! Меня зовут Инна, и добро пожаловать на мой канал. Я начинающий писатель и иллюстратор детских книг, и также я начинающий блогер. И пожелайте мне удачи в моем новом начинании. Ну, а это мой первый влог, и давайте знакомиться. Я обожаю котиков, поэтому в моих видео их будет очень-очень много. Это я и моя дочь с моей мамочкой. Я живу в Турции в городе Мармарис. Это небольшой курортный городок на Эгейском побережье на юге Турции. Здесь жаркое лето и относительно теплая зима. Зимой температура почти никогда не опускается ниже нуля. Поэтому зимой снега, конечно же, нет, но льют проливные дожди. И вот на видео вы можете наблюдать типичный зимний день в Мармарисе. Сегодня воскресенье, и мы с Линочкой идем в парк гулять. В закрытый парк, потому что сегодня идет дождик. Лина, скажи что-нибудь. Да. Скажи, я иду гулять в парк на большое пианино. Называется «Большое пиано». Ну, это мы так его называем между собой с Линой. Это детский парк, закрытый парк, который находится... Хочешь поиграть? Куда ты завалилась? Вставай! Вставай! Вставай, 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 давай, 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 Лина, давай, вставай! Давай, давай, держись! Теперь будет смертельный номер. Линочкой будем катиться с этой горочки. Лина, расскажи свои впечатления. Тебе страшно катиться на этой горке? Может, нет. Может, мы с тобой смелые девочки. И скатимся с этой горки. Уже ни капельки не испугаемся. Так, поехали. Скатилась, Линочка. Я обожаю растения. И вот такую пальму я бы тоже себе дома поставила. Едем покупать памперсы. Нужная вещь. Все, мы с Линочкой сходили в магазин, купили памперсы. И теперь идем домой. Алина, кстати, взяла в магазине себе вот такую игрушку. Такого вот смайлика с сердечком. Правда, у нас дома есть два таких смайлика, да, похожих. Но Лине очень нравится. Вот в этой кафешке сейчас куплю себе вкусняшку и буду счастлива. Я в кафешке купила медовик, и я безумно счастлива. Сейчас я приду домой и буду пить чай вместе с тортиком медовик. Что может быть прекраснее? Вот я и дома, вот мой тортик. Налила себе чайку, как я себе и обещала. Сейчас мы с вами попробуем. Кстати, я спрашивала, свежий ли он. Мне сказали, что свежий, но как-то он достаточно тяжело отломился. Как будто бы не очень-то свежий. Вообще невкусный. Сейчас мы находимся в больнице с моей доченькой. Го
город находится в небольшой низине, поэтому над низиной собрался такой вот туман. А там сейчас солнышко всходит. Красота. Лина, ты заболела? Кадья заболела. Пока муж сидит с Линой в палате, у меня есть возможность выпить кофе в кафешке в больнице и немножечко отдохнуть. А это как раз-таки вид на холл больницы. В отделении, где мы лежим, на стене сделали роспись для детей. Симпатично получилось. Любимый Ататюрк, основатель Турции. Пролежав в больнице 5 дней, мы вернулись домой. И я на радостях решила поставить елку. Захотелось создать дома новогоднее настроение. Лина мне тоже помогала наряжать. Честно говоря, очень не хватает снега на Новый год. По снегу я честно скучаю. Да и в Турции Новый год не отмечают так весело и размашисто, как в России. Но из положительного можно отметить то, что под Новый год украшают центры городов, улицы и витрины. И это радует, так как еще где-то 10 лет назад почти ничего не украшали. Ближе к Новому году сделаю обзор на украшения города в Мармарисе. Пожалуй, это все на сегодня. Давайте с вами дружить, общаться, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока!